От братьев Фарли, создателей фильма «Все без ума от Мэри». История Чарли Бейли Гейтса. Всю жизнь. Малышка, он был. На дороге опасно. Лучше иди на тротуар. Тряпкой. Сожалею, что приходится прерывать, но вашу машину нужно переставить. Припаркую ее за магазином, Чарли. Козлом отпущения. Вы, ребят, принимаете чеки? Мы в смысле черные? Нет, 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 нет. Я не это имел в виду. Боже! Ну все, с меня хватит. Но в каждом Чарли есть Хэнк. Врачи поставили диагноз раздвоение личности. Шизофрения. Ты избегаешь конфликтных ситуаций, а этот парень внутри тебя — Хэнк. Наоборот. Держи, Дик. Я припарковал. Это Ирен Уотерс, задержанный из-за разбитых фар. Один из офицеров будет вас сопровождать. 20 век Фокс представляет. Что может быть лучше дороги? Два человека. Так это правда? Чарли шизофреник? В одном теле. Какого черта ты все еще здесь? Ты от меня не избавишься, Хэнк? Только себя покалечишь! Влюбляются в одну девушку. Я не собиралась с тобой спать, Хэнк. Ты меня обманул. Да ладно тебе, не злись. Я тебя предупреждала. Предупреждала о чем? Чарли? Ага. Джим Керри, мне твои сиськи не интересны. Что? Ясно, сладкое. Я снова я, Ирен. Ты имеешь право злиться. Я дала тебе ногой в лицо. Ничего, с кем не бывает.